Ребят, ну как вы поняли, в чем, собственно, мораль и суть этого видео и видео предыдущего, которое я снимал из своего зала, да? То, что люди, которые становятся там чемпионами мира, чемпионами Европы, призерами Олимпийских игр, да и те же самые олимпийские чемпионы, да, они все из того же самого теста, да, и, как знаете, некоторые плачут, там, залы хреновые и так далее. В таких же условиях так тренировались, в спартанских условиях, да, и достигнув уже на этих спартанских условиях определенного уровня, да, показав, что ты все равно ты немножко, ты умеешь выживать, ты умеешь бороться, ты умеешь тренироваться, и тебя уже сами заметят, поэтому тренируйтесь, не обращайте внимания ни на что, а хорошие залы, хорошее оборудование, хорошие штангетки, трико, они все придут со временем, просто надо сначала отработать тот уровень, на котором вы сейчас находитесь, и дальше будет все. Вот в этом, собственно, и мораль. Все из того же теста. Все в одинаковых условиях. Ну, да, конечно, немножко у кого-то лучше, но все равно в общей сложности одинаково. Очень важно внутреннее состояние, ставить перед собой цель и достигать ее. Сначала это будет там второй взрослый, первый взрослый КМС, и идти к этой цели, чемпионом России стать. Не сворачивать со своего пути, а идти до конца. Не надо сразу думать об Олимпийских играх, да. Потому что многие сразу думают, блин, вот мне многие пишут, вот мне там 16 лет, а у меня есть шанс стать чемпионом мира Олимпийских игр. Ну, что ты думаешь, о каких Олимпийских играх ты думаешь в 16 лет? Ты сначала в зал приди. Да просчитывай, да? Сразу просчитывают. Стоит или не стоит? Да, сразу смотрят, ага, Берест, это там, Лапиков ездит на BMW. Ну, пусть там 20-летней давности, но на BMW. А если я попаду на Олимпиаду, а если я стану бронзовым, получится у меня. Да, не надо об этом думать. Когда только сразу начинаете думать о бабках, все. Правильно? Совершенно верно. Ну что, теперь-то к девочкам? Пока нет. Запарил, у меня скоро батарейка сядет. Я же хочу еще для ребят и девочек снять. Калининградских. Мне же Григорий там позвонил, и все объяснил. Че, оттягивай по максимуму. Поехали.